Всім привіт! Ми продовжуємо проходити Відьмака. І сьогодні у нас буде незвичайна частина. Сьогодні ми будемо виконувати дуже чудове завдання, пов'язане ще з одним Відьмаком, який дуже давно погиб. І цей квест був додано у Next Gen Відьмака. І зв'язаний цей квест з Відьмаком, який йде на Нетфліксі. О, вічний огонь, пошли мені допомогу. Направь мене, дай мені знак. Стой! Не підходи! Давайте, починаємо це завдання. Я не вмію драться! На допомогу, хто-нібудь! Спокійний. Я обычно не убиваю жрецов, которые просят о помощи. Я не жрец, я дьякон. Всего 2 месяца, как из семинарии. Это моя первая миссия. Не пристало нападать на дьякона во время его первого служения. Постой-ка. Твои глаза. Они желтые, а зрачки... О, я читал об этом! Ты ведьмак! Ага, аж... или бродячий кот. Аж відчувається. Обыкновенный. Новый звук. Нет. На самом деле зрачки уже и круглые, а не вертикальные. Хотя... Неважно, ты должен мне помочь. Если они выломают ворота, зараза вырвется наружу. Ще хочу сказати, сьогодні такий ще тестовий запис, тому що я підвищив бітрейт на відео, аж БГ-25 захист 30 тисяч і вебка. Я добавив цей замазування фона. Попытался я бачу, там меня убить, є... когда я поймал его на торговле в Фиште. Висання в ОБС і пише. Якщо буде 50, то буде час. Это дурная весть. Я буду молиться об отпущении его грехов. Даже те, кто служит церкви, иногда ошибаются. Иногда? Это еще слабо сказано. Вы свідки Єгови. Мне казалось, ваша церковь не очень-то любит нас, ведьмаков. Вебка. Увы, это распространенное заблуждение. Я говорил об этом с наставником. Каждый из нас способен творить добро, и мутации тут ни при чем. Я совершенно в этом убежден. Хм. А ты точно жрец вечного огня? Добро, жрец, давай по порядку. Как ведьмак может справиться с заразой? Нет, нет, не с заразой, а с ее источником. Много веков назад мы... превратили чертову яму из шахты в место для уединения неизлечимо больных. Это такая своего рода... Мне кажется, то, что ты описываешь, называется умиральня. То, что мы делаем, не вселяет в меня гордости. Но как иначе бороться с красной смертью? Эта болезнь разносится со скоростью лесного пожара. Да, представляю, как тяжело вам было в такой ситуации. Гораздо тяжелее, чем людям, которых кинули в эту дыру, чтобы они там сгнили заживо. Если бы они остались дома, то заразили бы семью и соседей. Они все равно бы умерли, только жертв было бы больше. Церковь защищала тех, кто еще был здоров. Ладно уж, что сделано, то сделано. Так чем я могу помочь? В глубине шахты, в соляной пещере, неспокойно. В старых хрониках говорится, что там живет некто или нечто. Если я помогаю сейчас посплыва до Нетфликса, подскажи, напиши в комментах, может я и помогаю. Но я чув, что это квест есть после Нетфликса, который был добавлен. Если кто-нибудь откроет запечатанные ворота и спустится в подземелье... У нас тут будет не одна, а две Катрионы. Дезертиры не вняли твоим веским доводом. Я угадал? Вот именно. Я кое-как убежал, но моих людей они убили. Помоги мне, пожалуйста. Я заплачу, если ты разберешься с дезертирами и этим злобным духом. Раз уж тебе нужен ведьмак, давай больше сведений. Как давно этот дух сидит в шахте? Его вообще кто-нибудь видел? Мне показали не все хроники. У меня еще не тот ранг. Я читал, что дух появился очень давно, после переселения больных в первую эпидемию.
Церковь как-то пыталась от него избавиться, но... Я сам хотел бы знать, чем кончилась эта попытка. Немного ж тебе рассказали, как я посмотрю. Верно. Недавно больные начали жаловаться, что слышат шепот по ночам. Дух зовет. Просит пощады. Странно и довольно страшно. Это все, что я знаю. Ну что ж, я этим займусь. А ты жди меня здесь. С деньгами. Договорились. В таких условиях я буду только рад их отдать, если ты поможешь. А, и возьми ключ. Он отворот в шахту. И пусть вечный огонь укажет тебе путь, ведьмак. Ну, пусть укажет. Спасибо. Бывай. Забавно, що він щось... Він сказав... Він тут стоїть? Це попахше по друге... За секунду я завдання обогну. Цей... Тут же є люди, які... Ну, бандити тут знаходяться. Чомусь. Охрана жреца. Резаные и колотые раны от мечей. Дезертиры, что ли? Не учняется. Иди к дяде! Жалкое зрелище. Их надо вычистить. Їх може не чистити, вони попадуть. Хочеться тут походити. Щось пошукати. Може тут щось є? В цих сундучках, мішечках. Да, є якийсь рецепт. Чудово. Який-не-який, але він щось то і дає. Ну, ми бачимо, що це, вибачаєш, нові механіки, бачите, як вона підсвічується. Записка, це записка Геймонда, це цей відьмак, за який я казав. Я вибачаю, що ну, я записки не читаю, мені ці записки по баглебану. Така стіна, наче тут можна зайти. Або це клікається створення після... Ну, до цього тут нічого не було, а просто якась печага була, а потім вони згребли це завдання. І чуть-чуть змінили. Рецепт мікстури з ласточкиної трави. Надо поискати там, де він сказав. Помоги мені. Прошу тебя. Звучит вполне искренне. Но не исключено, что это ловушка. Мы тут будем все-все-все обшукувати. Медальон задрожал. Надо осмотреться. Знак школы волка. Старый, очень старый. Давно засохло. След кровоточивой лихорадки. Тут надо лампу использовать. Магический светильник. Нет,
Не туда. Там меня не найти. А, надо вот тут входы. Це як я з кашею постійно. У мене ця біда з кашею тільки тоді, коли я запускаю кнопочку. Кнопочку нажимаю. От этих костей исходит какая-то недобрая энергия. Может, из-за духа? Только зря теряешь время. Нет, ты меня не обманешь. Давайте я для вас фішку вип'ю. Щоб було видно постійно. Штольню направо. Да, там ти мене знайдеш. Ні, туди не буде. Одне существ, о которых писал Рейнольд. Еще один знак. Меня кто-то направляет? Да. Стой, не туда! Такий страшноватий квестик. Не видно. Тут знизу може бути. Зараз зайдемо, зараз тут подивимося, що тут є. Интересно. Кровь, кости, засохшая слизь, останки жертв Красной Смерти. Стены исцарапаны. Больные пытались выбраться. Снова знак. Здесь были наши. Школа Волка. Я надеюсь, что все будет дуже чудово. Что-то неладное тут творится. Ты кто? И ничего подвисать не будет. Я на геймпаді дуже тяжко подивитись, там сидить хтось. Мені треба потім в інше місце сходити. Повзуть.
поганенько видно. Я бы сказал, бы дуже погано видно. Рейнольд был ведьмаком? Ну, походу, да. Все взяв. Бо мені треба буде назад іти ще. Щоб не заблукати. И пойти туда, куда мне надо. У меня... своя кишка, блядь, что-то хочет. Я не все обшукал, да? Что-то здесь не так. Воняет жутко. И медальон дрожит. Зараза. Да что ж вам надо? Повешу твою башку у сюда. Я бачу, що там знак є. Навіщо мені так... Геймпад. Геймпад дуже сильно дорожить. Краснолюдський спирт, ласточкина трава, содержимое ящика. Наверное, он про этот. Ласточкина трава у меня, к счастью, при себе. А прочие ингредиенты очень неплохо сохранились. Кажется, Рейнольд сам составил рецепт. Стоит его испытать. Все указывает на моровую деву. Но, судя по симптомам, это скорее красный мор. Надо подготовиться. Там внизу вхід, да, до нього?
Я поки вийду звідси. Мені треба більше пошукати. Я не все, ще не все обшукав, і мені треба одне місце ще ззаді вогнутися. Я тут нікого не бачу. Похоже, больні взбунтувались і поплатились за це. Пыточные инструменты, молоток, кровь. В кого-то загоняли гвозди. Меня так просто не проведешь. Я назад 100% повагнусь. Так, а де це діло? Ну, наче б прочитав, да? А куди кіт дівся? Мені треба назад піти. Ти мене слышиш? Вернись! От стояв, тільки нажати кнопку записати, у мене кішка щось хоче від мене. Туда пришел. Так я пам'ятаю, я йшов, і я кудись не зайшов. Це я йшов сюди. Туда. А, я там вже вниз спустився, точняко. Все. Ну, мабуть, я все знайшов. Ти або спускаєшся тут, або там. Ну, я так думаю. Тільки що внизу є. Нічого немає. Мені просто цікаво, якщо я сюди зайду, то я вже зайду навіки, так сказати. До кінця завдання. Якщо я вийду і піду, у там спущуся. Це я куди спущуся? Давайте затестимо.
Ну, треба затестити, куди я попаду. Дуже цікаво. Чого ти акаєш? А, все, я спустився тільки що там, де я йшов. Це я щось тупанув. Ну що, я подивився все, все. Можна йти. Тут нічого немає. Ну, може, щось засовано. Розбійся. Наконец-то ты пришел. Столько лет прошло. Это дух, Красный Мор. Он еще здесь. Он почти поработил меня. Поспеши. Рейнольд? Да. Мор хочет захватить мое тело. Я теряю силы. Я запер нас в этом гроте. Свойство соли, понимаешь? Он не мог выбраться. Ха. Стены пещеры содержат классический апотропический материал, который сдерживает духов. Ловко. Он все еще во мне. Я устал, брат. Помоги мне. Дай эликсир. Я исторгну из себя духа. Ты здесь давненько. Сколько уже, не помнишь? Годы, десятилетия. Я не чувствую хода времени. Тут ничего не меняется, брат. А вот снаружи многое поменялось. Ты же понимаешь, что уже должен был умереть? Твое тело не разложилось только из-за мора. Тогда тем более надо с этим покончить. Пожалуйста, дай мне эликсир! Я нашел твои письма к Ламберту. Мне жаль, что он тебя предал. Может, все кончилось бы хорошо, если бы с Красным Мором сражался не один ведьмак, а двое. Ну, что уж теперь. Я был дураком. Не понимал, что Ламберт не заслуживает доверия. Я с удовольствием ему об этом расскажу, как только мы увидимся. А вот друга твоего, кажется, звали Осмонд. Издеваешься надо мной? Нет. Просто чутье мне подсказывает, что я сейчас говорю не с Рейнольдом. Ну, что сказать, блеф был неплох, да я не такой дурак. Какой еще блеф? Он сейчас захватит мое тело, убьет и тебя, и всех тех, кто... Скорее, бей эликсир, убей его, закончи то, что я начал. Закончу, Рейнет. Недолго тебе осталось терпеть. Ты не выйдешь из этой шахты. Ты еще как? Ты
даже слабее, чем он. Сперва я тебя убью, а после войду в твое тело. Так, запиваємось. А це яку, я вже не пам'ятаю. Прекрасний мор. Какая разница? А що я випускав? Сила. Твоїми руками я уб'ю любого, хто встане на моєму пути. Заключи нас, Вирдок, і вибери його із моєго тіла. Ой. Ой. Буває. Випадковість. Дуже погана випадковість. Розбій сліни сталагміти. Випусти мене. А що так далеко мене відкатило? Мене дуже далеко відкатило чомусь. Ты не выйдешь из этой шахты. Ты еще как выйду. Ты даже слабее, чем он. Сперва я тебя убью, а после войду в твое тело. А что ж ты достаешь ее? Волк, ты же этого хочешь? Ты уже выпускал заразу в мир. Буровая дева или красный мор? Какая разница? Какая сила? Твоими руками я убью любого, кто встанет на моем пути. Уже повехал. Заключи нас, Вирдок, и выгони его из моего тела. Отбрось его, а он перестанет восстанавливаться. Ще з ним надо. Пора побитися з красним мором. Мені ще з ним битися. А, він тепер хається, гад.
Я в анимке застыл. Це тяжко. На писечке. Рейнольд умер несколько веков назад, но тело не разложилось. Очевидно, это заслуга духа. А, никогда не видал такой брони. И медальон странный, с головой волка, но плоский. Наконец-то Осмунд кого-то прислал. Видимо, боги услышали мольбы из этого проклятого места. Благодарю тебя за помощь. Даже не верю, что освободился. Иногда я уже не понимал, кто я. Рейнольд или Красный Мор. То ли оба сразу, то ли ни тот, ни другой. Не стоит благодарности. Только ты ошибся. Меня прислал не твой друг Осмунд, а жрец Вечного Огня. Кто ты на самом деле? У тебя медальон с головой волка, но не такой, как мой. И что же? Я придумал, каким он будет, и сам его изготовил. Как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Завидую твоим умениям. Я свой просто получил от наставника, как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Может, в твои времена все было иначе? В каком году ты пришел сюда, в чертову яму? В 970-м или 80-м. Черт, да не помню я. О чем не подумаю. Все как в тумане. Рейнольд, это было больше 300 лет назад. Больше трех... Нет. Нет, ты чего? Со мной прислали бы кого-нибудь лет через 5. Ну, может, через 10. Осмунд бы меня нашел. Твою мать. Мне очень жаль. Моровому духу повезло, что ты сюда спустился. У кого не было ведьмачьего иммунитета к болезням, те его недолго выдерживали. Ишь, какая судьба шутница. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы его удержать, пока я не заточил нас в этой пещере. До меня он вселялся в больных, но быстро уродовал их и губил. Они превращались в остервенелых бестий. Да еще и умереть не могли. Так все эти факелы, голоса, это был не ты? Ты еще спрашиваешь. Мор хотел заманить тебя сюда. А я был так слаб, что даже не замечал тебя. По крайней мере, сначала. Как вообще получилось, что в тебя вселился Красный Мор? Эти сектанты наняли меня, чтобы я избавился от него. Но при первых признаках одержимости эти трусы просто взяли и заперли меня в шахте. А ведь могли бы прислать экзорциста, послать за другим ведьмаком, да что угодно. А эти бедняги, которые просто умерли тут, в штольнях, брошенные сюда во славу Вечного Огня...
Да, я их видел. Раньше Красный Мор уже пытался прикинуться ведьмаком. Откуда мне знать, что ты и есть Рейнольд? Спроси меня о чем-нибудь, что может знать только ведьмак из школы Волка. Давай, не тяни. А ты точно из школы Волка? Твой доспех немного напоминает наш, но цвет, накладки и вертикальные полосы... В Каэр Морхене мне всегда поручали клепать снаряжение. Говорили, у тебя золотые руки. Эти доспехи я доделывал уже на пути. Они должны были стать образцом для всей школы. Только их никто не увидел. Ты их сделал сам, без мастерской? Похоже, не тот путь ты выбрал. Мог бы сделать себе имя среди бронников или хотя бы портных. Осмунд тоже придумывал, как улучшить этот доспех. Он все записывал. Мы собирались вместе поговорить об этом в Каэр Морхене. Хотелось бы верить. Чем докажешь? Обыщи мое тело. В левом кармане рубахи найдешь чертежи. Можешь забрать себе. Духов тебе больше нет, но ты, кажется, раздражен. Надо убедиться, что ты уйдешь с миром. Иначе я стану тем, на кого наш брат обычно охотится. У меня осталось одно незаконченное дело. Помоги мне с ним. Тогда я обрету покой. Или можно сжечь твое тело на погребальном костре, как положено. Чтобы я ушел, не примирившись со своей судьбой, в боли и горечи. Этого ты мне желаешь, брат. Как я понял, тебя прислал жрец. Приведи его сюда. Хочу с ним напоследок поговорить. А что, ты соскучился по религиозным диспутам? Пара слов ничего не изменит. Отпусти свою обиду, Рейнольд. Нет. Сперва я посмотрю ему в глаза и спрошу, почему его вера позволяет обрекать людей на смерть и страдания. Нет ничего общего между этим парнишкой и жрецами, что тебя замуровали. Да, тогда приведи их вместо него. Не можешь? Я так и думал. Хорошо. Но только поговорить. Больше ничего. Перестань. Я попытаюсь надо-то его убить. Чему эти намеки? Я все понимаю, но у меня нет злых намерений. А даже если бы были, тебе бы не составило труда от меня избавиться. Ладно, я схожу за жрецом. Ничего не понимаю. Как они это допустили? Столько людей погибло, и кровь. Повсюду кровь. Я даже не подозревал. Рейнольд? Мне рассказали, что ты пережил. Я думал, как тебе помочь, но... Даже не знаю, чем искупить такую вину. Я всего лишь скромный диакон. Скромный диакон или иерарх, один хрен. Чтоб стать жрецом Вечного Огня, надо быть или преступником, или лицемером. Я нашел тут останки жреца, которого замуровали с больными, потому что он отказался покинуть их в темный час. Он кто, преступник или лицемер? Ну ничего себе! А скажи-ка мне, кто же его замуровал? Духи? Гули? А может, все-таки жрецы Вечного Огня? Погляди на него, он же еще ребенок. Какое преступление он совершил?
Перепутал слова гимна? Пирожок съел во время поста? Нет, он просто-напросто поверил лицемерам. Перед тобой редкий пример жреца, который видит в ведьмаке человека. Этот малый не похож на других. Тут по факту. Ну, на самом деле, не правда, что церковь считает мутантов злом? В 16 главе книги сказано: «И воздай уважение всему живому». Да, видел я ваше уважение ко всему живому. Приор говорил... Он говорил, что все не так. Я слушал его всю жизнь. Как мне теперь в это верить после того, что я тут увидел? Жрецы должны были оберегать людей, давать надежду, а они творили такое. Что мне теперь делать? Как мне жить? Прекрасно. Кризис веры. Это минута слабости или тебе правда жаль? Что ты сделаешь с тем, что узнал на этой шахте? Давай зайдем с другой стороны. Ты герой, который спас весь мир от бедствия. Чего ты хочешь? Что поможет тебе смириться со своей участью? Герой. Знаешь, когда-то я ратовал за правое дело. Я был молод, полон сил, хотел за него сражаться. А теперь... Думаю, у него есть шаги, якщо він дух. У меня нет ни сил, ни желания философствовать и радоваться счастью тех, кого я спас. Это не им пришлось страдать 300 лет. Есть кое-кто молодой и готовый биться за правое дело. Чтобы творить добро, не нужна церковь. Ты без нее справишься. Да. Да, ты совершенно прав. Я не вернусь в Новиград. Я останусь и превращу это место в лечебницу. Создам настоящее прибежище для зараженных. Он, да, кстати, буду подивитись. Я пошел в семинарию, чтобы служить людям, а не иерархам. Да что же со мной такое? Сцена. Сопротивляться Красному Мору мог, а простить этого парнишку не могу. Будто лишь ненависть держала меня в здравом уме все эти годы. Может и так, но это уже в прошлом. Главное, что ты сделаешь сейчас. Твоя жертва не будет напрасной. Я покину церковь и превращу эту гробницу в оазис жизни. Здесь появится лечебница, которая будет носить твое имя, добрый ведьмак. Ты сделал доброе дело, Рейнет. Для него и многих других. Ха. Ну, знаешь ли, мое имя — это уже лишнее. Я простой ведьмак, а не святой чудотворец. И лучше пусть так и остается. Все кончено. Здесь нам больше нечего делать. Я потім подивлюсь, що тут буде. Це вийшло не коротеньке відео, а довге навіть. Мені потрібно час. Ні, я знаю, що робити, але не так легко відречься від світу, який я знав 20 років. Візьми. Твоя награда. Большое тебе спасибо за помощь. Может, не стоит отрекаться от всего? Те слова, что ты цитировал, звучали мудро. Может быть. Что, если свет вечного огня скрыт там, где я его еще не искал? Нужно лишь шагнуть ему навстречу. Прощай, бывший диакон. Удачных тебе поисков. Це
дуже чудово. Если я найду заметки Осмунда, о которых говорил Рейнет, можно будет доделать доспехи. Надо зайти в библиотеку в следующий раз, как буду в Каэр Морхене. Что это такое? А чому так? Забавно. Я хочу сказати, що в мене взагалі ХП немає. Чому ти відкинувся? Если я найду заметки Осмунда, о которых говорил Рейнет, можно будет доделать доспехи. Надо зайти в библиотеку. Еще раз как буду в Каэр Морхене. Надо просто відновитись. Ну все. Я виконав це завдання, яке я хотів виконати. Це чудове завдання. Чудове, позитивне завдання. Ну, мабуть, воно 50-50, воно і позитивне, і негативне по факту. Ну, все одно. Це чудове завдання. Дуже чудове завдання. З ним щось можна ще? Удачі тобі на путі, відьмак. Дякую. Ну, на цьому ми закінчуємо. Всім дуже дякую. Підписуйтесь на канал, коментуйте це відео. Ставте вподобайки, ставте антиподобайку, що хочете. Головне, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім па-па.